Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Нидерланды в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с режимами монополии корпорации и случайные деревья технологий. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка есть в описании к этому видео. А спонсоры канала все видео видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им за поддержку. Всем остальным жеужикам приятного продолжения просмотра. Что-то у меня, блин, через ход просит он. Плохо. Не спорю. Типа, если ничего не изменится, я выйду, это же не влияет никак, мне кажется. Я все-таки на другом континенте вроде. В смысле, выйдешь? Пойдешь спать, типа? Ну, типа того, да. Влияет. Просто вы ждете, сидите. Ну, так мы просто загрузим сейф. Например, заново. И все нормально пойдет. Надеюсь. Не, ну я не наберусь. Но 4 хода армада. Армада даст, конечно, очки. Ничего не скажу. Захват Сиани. Я захвачу его за 4 хода. Вообще должен, мне кажется. Я знаю, что следующим ходом тут строитель появляется, но я хочу его, тем не менее, купить, как и торговца. Мне гуманизм надо открыть. Так, сейчас будем убиваем этого арбалета. По идее, рыцарь он не может меня убить. Это вся его армия. Арбалет и рыцарь, как его, стрелец и пикинер. Что у нас тут, холм? Да, точно, это Шараку. А в нефть утопиться можешь, когда она открывается прям, или когда, или это нужно перейти на какие-то продукты? Электричество надо открыть еще. Ай, бля. Так, а уголь у меня только тут.
Далеко, далеко. Да, у меня только один кайф. Даже у китайца нету. Такая огромная территория. Кайф. Ну, как всегда. В общем-то, ничего удивительного. Так, а что там армаду делает? Три хода. Ну, тут зависит от того, захвачу ли я Сиань до конца эпохи и сколько мне за это дадут очков. Должен следующим ходом брать. Не знаю, нахера мне эти города, кстати, не развиты. Я вот сейчас думаю, может, зря я их забираю. Диадун, эти еще более-менее. Зачем он тут центр коммерции построил? Непонятно. Такие малоразвитые города, вообще ужас. О, уже инженерное ракетостроение. Кайф. Надо фабрику. Так, у меня там каперы плавают. Ну, до кругосветки мы вряд ли дойдем. Инк, ну, с лидер. Мали, немец, инк. Надеюсь, они друг друга аннигилируют. Шотландцы вообще. Ну, у шотландцев зато какие культуры дофига, с другой стороны. Блин, надо бы, кстати, Болонию все-таки засоюзить. Дополнительное. То есть я не беру Болонию, потому что я забираю Китай. Просто буря тут нас не щадит. Это, короче, тебе реально сейчас пиздануло жестко, типа. Угу.
Просто все клетки обработаны, я уничтожил. Шу... Мали. Мы уничтожим все-таки, я думаю. Я вот в тундре была, но она под баффало, типа. Ничего вроде не особо не поломало. 4 района. Клеток нафиг. Так, следующим ходом, я думаю, сиань возьмем. Так, отвалится Ухань? Блин, Ухань не отваливается. Вот, получается, даже не Сирим сам убил, а просто стрелой убил. И нет. Да, тут один день. Этого не ожидал. Блин. Ухань мне тоже как-то не особо теперь нужна, я понял. А у меня, короче, засуха на районах, прям на промзонах, как будто это загрязненный воздух. Так, а почему я тут ступу не могу купить? А. Потому что это покупается за веру, а не за деньги. Фабрика. Тут театралка, кстати, где-нибудь нормальная становится. У нас все-таки реки тут. Ну, есть на плюс 2. В принципе. О, привет, Мали. Так, давайте баллоны засоюзим. Да не, меня все встретили. И Ватикан. Три штучки просто. О, слушайте, я там еще и Аншан встретил. Помощь деду Бородеду. Там точно нужно помочь, потому что трындец. Без помощи. Ну, деду не помочь, это не выжить. Спасибо. Спасибо. Ну, нету смысла откладывать захват Сиани, я думаю, надо брать. Понимаю, там вообще темп показатели плохие. Что делать-то? Отстающий игрок. Ну, думаю, сейчас четырьмя бомбардами заберем. Загрузили, что я еще не захватил китайца. Не знаю почему. Сейчас надо сидеть и долго думать, как нам развиваться дальше. Точнее, как развивать города Китая нормально. Потому что тут, конечно, печаль. Чего тут нету? Вот, в Дяодуне, например. Уже 8 утра. Доброе утро. Прикольно. Доброе утро. Подождите, а где он кампус? Даже кампус не поставил, блин. И вот дамбы нету, я просто офигею, что тут делать. Так, я думаю, лабы. Угольную я куплю. 600, тем более угля-то еще и нету. Что, мы начинаем с лаб. Я вышел в обычный век, а вот что тут лучше? Ну, торговый путь, я только к шотландцу, скорее всего, буду посылать. Каждый новый континент. Ну, в принципе, да, вот это можно попробовать. Что там 3 очка, у нас как раз там континенты и чудеса, возможно, будут. Так, этим юнитом сюда пойду, чтобы засвечивать. Ну что, создадим армаду.
И армада отправляется путешествовать на автомате. Капер с одним повышением. Ну, Ухань уже не отваливается, естественно. Пускай все исследуется автоматом. Так, тут нам надо будет сейчас шахту сделать. Гуманизм открыли. Давайте урбанизацию, потом строительную инженерию. А тут... кстати, электричество было бы неплохо, но это надо вот это все, значит, экономику давайте сначала. Потом научную теорию. Потом канализацию и баллистику. Так, пока. Предварительно. Так, у нас Аншан есть. Мне надо туда первый посол отправить. Давайте я вот так сделаю пока. Следующим ходом надо будет поменять. Скидка на золото уберем. Вот это поставим. У меня уголь следующим ходом пойдет. Так, значит, Ваншан. Так. Вообще мне надо тут открывать то, что дает послов. А именно... Ну, урбанизацию надо, чтобы карточку обратно вернуть. А вот тут колониализм. Две полевых пушки. Художественный музей построить. Так, пушки мне, по-моему, вот будут открываться. Давайте экономику, научную теорию, баллистику. Вот так. Тут производство... Производство, кстати, надо бы все это проверить. Промышленное производство табака. Вообще, давайте смотреть. У меня промышленное производство в Амстердаме красителей, я смогу корпорацию делать. В Харлеме черепах. Кстати, черепах я корпорацию вот тут, если только. Кстати, мне надо выкупить эту клетку. Потому что здесь нормальный хотя бы кампус. Ну, короче, в любом случае, мне надо вот так клетку вот эту купить стопудово. Так, окей. В Роттердаме нету ресурсов, возможных для корпорации. В Гааге табак можно. В Гронингене хлопок у меня один, по-моему. Так, слышу. Цишухуанди мы победили. Декларацию дружбы с Кри. Не вижу причин, почему бы нет. Давайте пройдемся по всем. Торговля? Нет. Мали? Нет. Блин, у Мали столько ресурсов, кстати. Серебро я торгую. Слоны. Слоны на хлопок. Инки. Нет. Германия. Чай и янтарь. Ну и все. Все. Можно завершать ход. Пока мы ждем начала, да, начинается, продолжается партия, потому что у меня Антананариву вполне в тему захватить. Вроде нормально стоит, развит, правда, ни одного района нету.
повели, наверное, к Антононариу бомбарды. Ой, чуть тут мой капер зажали. Да, нехватка довольствия. Мне нужны аквапарки, кстати. Стопудово в Амстердаме нужен аквапарк. Давайте даже я так сделаю. Угольная и аквапарк сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да и до Гронингена дотягивает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, норм. Немец, я там тебе вроде предложение кидал прошлым ходом. Если немец примет, у меня будет полное счастье. Чай я уже инку отдал. Ну, отредактируй. Да, только один, значит, ресурс. То есть минус одно удовольствие у меня все-таки остается пока. Убили все-таки капер мне тут. Слушайте, может пойти разобраться с этим варварским поселениями этими. Так, тут есть какие-нибудь корабли еще поближе? Что-то никого. Блин, вот тут кампус где-то надо, но я никак не могу придумать, куда нормально его поставить. Неужели сюда вместо камня? Так, ставим обратно соседство. Слушайте, а может торговую республику? Нафига вот мне сейчас покупки за веру? Давайте, наверное, торговую республику сменим. Так, и вот теперь мне нужно соседство для гавани и... А, нет, или даже два... строители два заряда получают, а тут поставим соседство для промышленной зоны, вот так. Двести десять. И надо добить еще трех послов. Так. Художественный музей нужен. Тут строителя. Тут Библа. Покупаем ступу. Здесь покупаем ступу.
Тут ступа есть, в гаге ступа есть. Ступа. Так, давайте одного миссионера хочу очистить от ненужной мне религии китайца. Вообще, мне бы всех юнитов провести через источник вечной молодости. Ну, 224-300, в общем-то, я не сильно отстаю. И за счет Китая... Хотя у него так города странно все поставлены. Вообще не понимаю, почему он так их расставил. Ой, блин. Мисклик. Три посла. Аншан. А что Аншан вообще дает? Подождите. Две науки за каждый шедевр летит. Ну, кстати. Это прикольный. Так, тырим деньги. Бежим сюда. Этим, кстати, тоже уже можно бежать. Тут хочу очищать от даосизма. Еще, может, мне... Я подумал, может, мне стоило основать инквизицию. Так, а табак у нас... Ну, в Гаге, наверное, сделаем производство, да. Блин, почему вот эти клетки обрабатывать дурацкие? То есть что мне тут ставить на этом, этих лугах? Вообще не понимаю. А где у меня еще серебро? Почему мне предлагают, главное, уже обработанное... Зачем тебе террасира? Это просто для Эврика, ну и чтобы меня никто не хотел нападать. Просто слышу эти страшные звуки. Я не понимаю. А где у меня второе серебро? Это типа просто мне ГГшка дает, видимо, Болония. И это считается, да. Что я могу... Ну, наверное, можно тогда поставить корпорацию. Просто она круче, чем просто добывать ресурс. О, чудо какое-то. Как раз плюс 3 очка, между прочим. Чё за чудо? Галапагосские острова. Плюс 1 и плюс 3 за... Так, а чё там народ в каких веках? В золотом только немец. Засуха. Так, у немца 313. 240. Не, ну по идее я должен догонять постепенно. Я постепенно буду догонять. Что, следующим ходом объявить войну, что ли? Уже. Блин, да, тут так хреново как-то обращается миссионерами. Так, тут отложим производство. Амбар, рынок. Из Гронингема, из Харлема, из Гааги, из Арнема, из Амстердама. Давайте из Чэнду. Правда, торговца.
строители. Не, ну отложу я производство, как я и сказал. Так, в Гронингене. Кстати, в Гронингене тоже можно развлекать. Или военный лагерь. Не, лабу. Во-первых, лабу, во-вторых, угольную электростанцию. Так, и пока все. Мне нужна куча рабочих на в города, в бывшие города Китая отправить, потому что надо все улучшать нафиг. В Антананариву. Ну, Антананариву захватим. Я думаю, она очень много дает культуры. Кому? Шотландцу, я так понимаю, и инку. Шотландцу вообще офигительно. Потому что 2% за каждого полученного великого человека. Я думаю, что он что-то дополучал. А что это за улучшение? Батеи построены. Вот что-то шотландец так на этих батеев гнал, а теперь у него вся территория в батеях теперь. Ну а что строить? Не фермы же. И даже протокрикачание. Ну и какие на самом деле? Ты опять в культурке. Продолжаем союз. Да. Есть баллистика. Броненосец бы получить вообще-то, но ладно, давайте через паровой двигатель в электричество. Пригород, нефть, переработка. Не хочу. Так. Апать в пушки надо бы. Художественный музей построим. Потом аквапарк продолжим улучшать. Ну, амбар, чтобы жилье было. Может, тут в столице гавань построить? Союз с шотландцем истек. Я с ним, естественно, хочу дружить долго и плодотворно. Шотландец, предложение. Ребят, великих людей там разберите. Ученый, флотоводец. Сейчас подождем, тут, может быть, нам достанется. Видимо... Дольше надо ждать.
Гайен строит маяк и верфит. Ну, вот это неплохо. Кстати, я думаю, может мне в Сиане гавань поставить, а не коммерческий, а не центр коммерции просто. Даже не вижу, где мне тут центр коммерции делать. А вот гавань вполне нормально встанет. Ребят, ученого, немец, инк, кри, кто там забирает? Немец или инк? Заберите ученого. Я не могу. Инк. Что? Ну, забери ученого. Сейчас я дотыкаю до него и заберу. Если он для меня, он в любом случае упадет ко мне в конце хода. Есть лаба. Уголек. Тут театралочку Голландия, тоже я бы хотел куда-нибудь. Спасибо. Культурный. Может, лучше военный. А что там культурный? У тебя добегают ко мне? Да, ну, вообще-то там к Китаю. Восемьдесят триста тридцать шесть. Так, догоняю по науке. Да, блин, почему нету... А, вот так надо. Так, просто река расположена, что не создается осада. У меня за этот ход аж два чьих-то шпиона что-то пытались сделать и смотались. Неудачно. Ну что, забрать может? Неплохой флотоводец. Как бы сразу я в столице бывшей Китая. Это не так, чтобы прям мне супер нужно. Это тем более... Блин, давайте, может, реально я буду основывать инквизицию и зачищу вот эти города. Будет намного проще зачищать от... Заберу, в общем. Ну, давайте следующим ходом. Будет дешевле. Блин, мне Махенджо-Даро, кстати, науку дофига даст. А, ну класс, а нафига я заключил союз с Кри? У меня же там шпион сидел. А, я открыл всю карту. О, так я теперь могу шпионов на самом деле в другие места отправлять.
Так, ладно, давайте Антонариву обстреливаем. Тут стоим. Тут я, наверное, поатакую. Чисто кавалерией. Дальше колесо обозрения, пригород Аквариум. Блин, мне надо две полевых пушки, кстати. 155. Ладно, давайте пока строительную инженерию. Немец предложение. Амбар. Универ. Так, подожди, Леша, а можешь Антона на Риву не забирать? Нет. Нет, не могу. Почему? Хороший город, чем его не забирать-то? Ну, я прошу. Это просто... слишком много культуры потеряет. Потеряет шотландец, поэтому он беспокоится. Такие хреновые города какие-то. Тут у Антананариву, кстати, дофига людей потеряет культуру. Что приятно. Вот, еще и... Караванчик приехал. А, я не могу караван разграбить? А почему? Хм. Ой. Случайно разграбил. Привет, ребят. Ну, наверное, следующим ходом заберу. Никому не нужна, никто не уходит. Типа вылечусь только. Ладно. О, у меня просто тогда священное место начинает работать в Зиадуне, понимаете? В этом идея. А вот сюда, если... Тоже плюс один. Ну, кстати, вот сюда можно плюс один поставить, я думаю. Тут может быть какое-то чудо, либо... А тут развлекательный комплекс, кстати. О, зашибись.
Забыл выкупить... Блин. Забыл выкупить того флотоводца. Хороший там был. Ну ладно, может тут сейчас какие-то ученые подъедут. Посмотрим. Нужны сюда рабочие, конечно. Так, ну я догнал по науке. Правда, тут, скорее всего, отстаю. У нас только француз и шотландец, которые со мной на одном континенте не очень. Ух ты, плюс 3. Да, давайте вот тут кампус. Что с промышленной зоной? Здесь плюс 2. И дамба еще ставится даже. Ну, значит, сюда промышленная. Сюда дамба. Сюда акведук. Ну, потом, ладно, не буду. Театр археологический надо, еще один будет. Здесь аквариум, военный этот, пригород, заповедник. Это все. Заспанный казачок. Да, это прикольно. Десяточка. Ну, я должен выйти в золотой век. Батавия? Что за Батавия? Где-то у меня такой город. У меня есть такой город Батавия. А, вот. Этот же. Может, все-таки Болонию захватить. А серебро что дает, как корпорация? Ну, блин, Болония неплохо мне науку дает, с другой стороны. Серебро, наверное, деньги должно давать. Да. То есть выгоднее Болонию в сюзеренах иметь. Тем более, что мы ее видим только я. А все ее видят. Кроме того, континента, с другой стороны. Торговец, Мон-Сен-Мишель, Эрмитаж, все фигня. Ну, вообще, какое-нибудь чудо можно попробовать? Вот где, например, Статуя Свободы становится? Вот здесь. Это можно построить. Мхенджидара хотел. Я к нему отправил. Так, археологический.
Не, ладно. Так, апну. Инг мы продлеваем. Франция, предложение. Не успел. Дед Бородет, декларацию дружбы. Это как эти интересы, втроем так расположены. И Кри такой отдельно. На своем континентике. Германия, что, продлеваем союз? Интересно, вы там втроем, конечно, расположены. Кри. Я кину предложение на друг. Ну, это своя атмосфера. Француз, там прошлым. Да, ходом. Смотрю. Ну, я думаю, и Янь, и Ухань можно не трогать, потому что тут нету священных мест. Вся они тоже нету, но тут просто большой этот был, сам по себе город большой. Инг, ты тут? Да. Продлеваем дружбу. Союз. Нет. Ну. Убей его. Кстати, Инг, предложение. Сингапур я не хочу захватить. Сингапур фигня какая-то. Отлично. Уголек мне капает. Так, электричество открыли. Я бы компьютер уже спокойно поставил дамбы, тем более, который в 50 раз плюс 50% у меня. И спокойно дальше бы развивался. Так, наверное, открыл бы нефть, потом радио. Вот такой у нас путь. Таков путь. Знаете, я бы всех каперов вернул, чтобы их апнуть в подлодке. Эти хай плавают, а вот каперы мне все нужны. Так, сколько у нас ходов? 8. Археологически надо будет археолога, хотя надо и рабочих вообще-то. Да, что я сейчас открыл? Выжженную землю. У меня... А, мы видим вообще-то все города-государства. Давайте сюзеренить. Так, ну, Аншан мне, правда, ничего не дает, потому что у меня нету пока никаких шедевров. Но скоро будут. Махенджи-Даро. Кумаси. Слушайте, давайте я просто вот так сделаю. Как бы неплохо должно быть в плюс. Привет, француз, теперь я твой сосед.
культуре. Ах ты, интересно. Ах ты немецкая тварина. Я осуждаю немца за захват Аншана. Я его не захватил, я его мирно присоединил. Да наплевать. Осудил Германию. Ух ты, у меня там какие-то неплохие. Так, а кто-то только что инженера вообще-то пропустил. Инг, ты хочешь на самолетах меня напасть? Кри, ты сейчас пропустил инженера, да? Вот этот инженер, который я взял, это шел тебе. Нет, у меня ничего не вылезало. Вот я сейчас открыл, у меня написано нанять. Что, мне его нанимать? Прикол. Или это рассинхрон какой-то? Нанимай. Так. Археолог. Нанимем Амани или лучше... Давайте пока Магнуса. Вообще нам бы Магнуса в какой-то другой город, мне кажется, стоит пересадить. Что-то плюс 3, да, плюс 3. Предлагаю 100% претензий немец и запретить ему торговые пути к немцу. Нормально. Я типа... У меня нет алюминия, во-первых, типа. Я вообще жертва. Ко мне торговые пути. Я не знаю, ты Аншан захватил. Я наоборот за немца голосую, чтобы к нему пути были. Давайте Голландии отменим все торговые пути. Давайте. Но я проголосовал отменить торговые пути Германии. Короче, без деда. Мали есть куда отправлять. Инг вам дружбу не принимает. Ну, Инг будет нападать на тебя, да? Очевидно. Ну просто Аншан, вот этот захват Аншана, это всем не понравилось. Это просто вот все, у кого там были послы, они сразу расстроились, и очевидно, что негативно относятся к такому событию. Что... А зачем быть всеми научными такими? Ну конечно, когда единственный у нас впереди по науке, давайте все остальные будут отставать. Правильно? Правильно, правильно, правильно. О, кайф. Да за что немцы тогда банятся? Ну. Сразу минус 50 науки чисто из-за отсутствия торговых путей. Не, Гас, я был за тебя. Дед, а ты поделишься алюминием? Нет. Но он за тебя все равно. Ну все, теперь я злой. Слушайте, давайте отложим. Я бы тут кампус сразу начал. Хотя, может, центр коммерции еще. Блин, нет, тут я бы олененка оставил. Если бы я видел, что ты проигрываешь, я всегда дам, можно. А так у вас даже войны нет. Зачем мне задавать? Ну, зато теперь и не страшно, что Инг не дал дружбу.
Так, а что они там вообще дают? Теперь коллективизм можно поставить, получается. Тысячи единиц науки и культуры должен находиться на клетке чего? Другой державы, не враждебной вам. А, это ага. Внутренний, да? Это мне сюда надо. Да. Так, а этот что? Престижи всем клеткам, на которых... Да, ну давайте оставим, может, на заповедник какой. Да, 9-6 караванчики. Продолжим. Да, тут мы отложили производство. Что-то у меня немного где требуется строить плотину. В Батавии требуется. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!